В Владивостоке отметили День России. На Центральной площади с утра и до вечера работали тематические площадки. От имени губернатора жителей и гостей города с праздником поздравил зампред правительства Антон Волошко. Уважаемые жители Приморского края, поздравляю вас с Днем России. Эта дата имеет особое значение для всей нашей огромной страны. 12 июня – государственный праздник, который уже более 30 лет объединяет и сплачивает десятки миллионов россиян. Мы любим нашу страну, которая прошла большой путь к независимости. Также представили свои номера музыкальные танцевальные коллективы Приморья. Несмотря на летний день, можно было вспомнить и зимние забавы, поиграть в хоккей. Сделать это нужно было необычным способом, без коньков. Желающих поучаствовать и забросить шайбу в ворота оказалось немало. Также горожан поздравил и мэр Владивостока Константин Шестаков. Тем, кто сейчас находится в зоне СВО, он пожелал победы, а родине – процветания, благополучия и мирного неба. И слава Богу, что у каждого из нас есть возможность прикоснуться и иметь отношение к тому, чтобы наша родина процветала. После поздравительной речи по уже сложившейся традиции состоялось вручение паспортов ребятам, которые отличились в спорте, учебе и волонтерской деятельности. С открытым сердцем и чистыми помыслами торжественно обещаю хранить верность Российской Федерации. Сегодня День России приобретает больший смысл. Его празднуют широким размахом. Это праздник, который напоминает о сильной стране, ее истории, людях и культуре. Анна Дьякова, Ксения Быкова, Степан Скляров. Новости на Восьмом.